Всем привет, друзья! С вами, как всегда, драйвер 51 Рус. Значит, пум-пурум. Версия игры у нас, как обычно, старенькая, новенькая и старенькая 030316. Значит, сегодня будет у нас обзорчик на ЗИЛ 164 и 585 от Рони, от Романа. Значит, приватный модик. Посмотрим, какой есть. Ссылочка на Романа будет под видео. Также, ребята, будет в группе у меня в разделе товаров ссылка на Романа. И в самой группе на репосте тоже будет ссылочка на Романа. Можете по ссылочке проходить прямо и писать Роману по поводу приобретения данного мода. Давайте зарядимся на полигоне, как всегда. Как всегда, я думаю, Роман нас порадовал просто наибольшущей кучей аддонов, наверное, стопудово, с прибамбасами. Так, вот у нас получается ЗИЛ-164Р и ЗИЛ-ММЗ-585Л. Значит, давайте поставим один ЗИЛок. Давайте сразу его перекинем, наверное, сюда. Так, это вот у нас один такой зилок был. Так, подождите, по-моему, настройки, ребята, галочку убрал, да? Угу. Продолжить. Свой звук, ребят, присутствует. Так, давайте сразу заведем и заглушим его и создадим 585, да? 585 поставим рядышком. В принципе, они такие на первый взгляд. На первый взгляд похожие аппараты. Да? Ну, аддоны на них, ребята, различные стоят. Ну, давайте сразу перескочим. Поедем на 585-м, задний привод. Давайте заведем, послушаем моторчик. Ух, вот это, блин, дела. Так, сразу, ребята, скажу. Уже тут присутствует на нем анимация. Анимация, ребята, крутится, вентилятор у нас. Плюс, давайте откроем. Роман нас, как всегда, порадовал. Моторным отсеком. На шишиге поднималась кабина, тут, ребята, поднимается капот. Также, ребята, сейчас присутствует. Упс, сейчас я. Анимация руля. Присутствует водитель у нас тут. Салончик, все прикольно. Наклеечки. Все как надо. Надо, может быть, даже и присутствует анимация стрелок. Нет, ребят, тут анимация стрелок не присутствует, но присутствует подсветка на приборах. Видите, зелененьким отдает. Все как надо. Видите, как бы нам тут отсюда посмотреть. Вот, все, там зелененькая подсветочка светит. Так, ладно, включаем день. Подсветка — это хорошо. Ну, давайте. О, Вася у нас там уже уснул. Посмотрим, что же на него есть. Привод задний, ребят, до этого и покатался. Везет он отлично просто. Так. Так, присутствует, ребят, у нас самосвал. Вот такой. Даже надо сразу скрины лепить. Я думаю. Эй, елка мешает, зараза. Вообще бы его надо загрузить, по сути. Давайте-ка поедем, загрузимся. Так.
Присутствует, ребята, анимация карданов, анимация брызговиков, свет, все на месте. Вот как он громко рычит. Ух. Прямо таки жесть. Ребят, присутствуют свои груза, естественно. Рони нас, как всегда, не разочаровывает этим. Грузим песочек, ребята, вот так вот. Угу. Так. Блин. Сорян. Нажал не то. Присутствует, ребята, я думаю, анимация кузова по-любому. Прошу прощения. Конечно же. Конечно же, да. Вот так это все, ребят, выглядит. Вот сзади даже открывается, видите, борт. Волькается. Все. Все, ребята, тут есть. Так, давайте сразу загрузим песок. Где он есть? Есть. Сделаем такой скрин. Так. Скрин. Скрин с песком. Вот так вот. Щелкнем его. Так. Посмотрим, что тут ничего. Ага, ставится багажник. Ставится, ребята, противотуманные фары. Все это прикольно. Фары светятся. Как и надо. Так, смотри, здесь. Защита фар. Ребята, тут есть опять защита фар. Ну-ка. Я думаю, что на ней, как на Шушиге, есть анимашка. Ну-ка. Где она есть? Защита фар 3. Ага. Опа. Вот так вот, ребята, будем мы ехать. Такой защитный фар. Ладно, оставим защиту. Так, все. Ага. Ага, ага. Так. Давайте сразу пробежимся по колесам. Фары вырубим. По колесам. Колес, я думаю, тоже тут, как обычно, у Романа море. Внедорожные колеса такие с ободком. Вообще прикольно, смотрите. Клево. Блин, скрин надо сделать. Тут по-любому надо сделать скрин. Вот такой вот. Опа. Так, и давайте дальше. Колеса смотреть, шоссеечки, ну это как на дефолт, но у него вот что-то похожие диски, а резина вроде как своя. Такие шоссеечки обалденно, тоже с ободочком. Так, шоссейки, еще одни, а резина, видите, какая стоит другая. Так, тоже хорошие такие колеса. Колесины, так, с цепями, ребята, сзади. Так, и меняется арочное колесо, сзади ставится. Прикольно. Ладно, давайте, это долгий обзор у нас будет. Сейчас мы будем искать, где у нас самосвал-то. Самосвал. Скидываем самосвал. Так, все остальное мы воткнули. Я так понимаю, все остальное, опа, нормально. Стоп. Стоп сигнал, ребята, даже ставится отдельно. Смотрите. Обалдеть, с номером. Так, прицепы. Дополнительный бак, ребята, ставится. Вот он, кстати. Давайте его тоже воткнем. Перекрывает тут что-то поддон. Нет, не перекрывает. Давайте, наверное, сразу поедем на локацию. Блин, колеса надо поставить другие. Вот эти с ободочком хочу. Так. Так, и давайте будем смотреть по загрузке. Пола прицепа даст. Так. 4 очка гаража, ребята. Офигенно. Скрин, конечно же. Так. Б.
блин, уже даже забываю, столько поддонов, что стереть, куда нажимать. Полуприцеп платформа, 250 ремонта. Наверное, что-то грузится. Давайте посмотрим. Да по-любому грузится. Конечно же, грузится у нас, ребят, сюда контейнер. Опа. Вообще. Жестко. Короче, контейнер, так сказать, такая штука. Скрин, конечно же, не без этого. Скидываем его. Да. Самосвал. Цистерна. Цистерна вот такая, ребята. Все протекстурено. Обалденно. Ну, я думаю, она стопудово проседает. Ну, давайте проедем, посмотрим все-таки. Обалденно смотрится вообще. Так, подождите, ноги проверить надо, где у нас ноги-то, парковочные опоры. Все, ребята, шарики, колесики выкатываются. Так, ладно, где топливо? Топливо, а это в бак мы заправляем дополнительный, 150 литров. Да, все, сцена, ребят, проседает. Опускается, поднимается, все классно. У нее выглядит вообще, конечно, клево. Блин, надо по-любому. По-любому надо щелкнуть. Так, на фоне заправочки его щелк. Скрины, ребята, можете зайти. У меня на канале там есть ссылка на Steam. Можете залезть в Steam, посмотреть скрины. Что я там ковыряю, что я там обзорю. Скидываем цистерну. Ставим бортовой прицеп. Ага, ну это как дефолтный, только колесики поменьше, тоже смотрится прикольно. Прям вообще на ура. Я думаю, тут тоже с заправкой проблем нет. Полуприцеп, все, жопа садится, видите, у него поднимается. Тоже прикольно. Блин, пресса, и этот скрин делать. Его выпало. Все смотрится вообще на пятерку с плюсом, как обычно. Роман это все делает. Так, еще отдаст второй. Ага. Этот у нас бортовой. Поехали грузить его сразу. Вообще такой ржавенький. Точно старичок такой. Так. Кстати, на опору там не проверил, но я думаю, что все работает. Тут тоже, ребята, опоры выдвигаются, все как положено. Ой, ой, все понажимал, все понавключал. Так, возит средние бревна, ребята, все нормально. Придется и так тогда скринить. С таким прицепом. Кому интересно, я говорю, ребята, в Steam ко мне заходите. Ссылочка на канале там наверху есть. Опа, еще один гараж. Обалдеть. Топ-сигнал работает, который дополнительно ставится. Так, опоры. 4. Все, опоры работают. Давайте скинем. Этот скинем. Прокачусь я, ребята, наверное, первым прицепом. Понравился мне такой поприкольней. Мне что-то больше глаз радовал. Давайте проедемся тут по кругу сейчас на нем. Сразу. Обалденный звук, конечно, такой. Еще
еще раз говорю, ребята, мод приватный. Ссылочка на автора мода будет под видео на канале, также в группе и в разделе товаров будет, ребята, все это дело. Прям на Романа будет прямая ссылка. Проходите по ней и уже с Романом по поводу приобретения общайтесь. Вообще классный драндулет, одно могу сказать. Тащит, кстати, ребята, вот он задний привод, но прет это вообще отменно. Как бы машинка, так как она сама по себе модель вроде как старая, да, этого автомобиля, поэтому и скоростные данные тут такие, не буду я даже, ну, можно даже ради интереса как-то воткнуть, расстояние 20, ну, по асфальту, я думаю, там в районе там 25, а то под 30 он должен варить, да, у нас в принципе так и дефолт ездит на таких скоростях, поэтому я считаю, что скорость адекватная. Нормально он, ребят, стаскивает. Я иду вот на автомате, давно ковыряет, он вообще на ура просто. Видите, спокойно пробуксовочки. Отличненько вытаскивает 4-очковый гараж из салона. Можно такой скрин залепить. Я как-то не любитель из колонна гонять, поэтому давайте тут ломанем. Вообще выглядит текстурки вообще замечательные, колеса здесь с ободками, прикольно, надпись такая на двери, автоколонны какой-то, значок водителя вообще это, по идее, по-моему. Вентилятор крутится прикольно вообще. Уч. Давай, родной, поехали. Тут пока ползем, я скрин щелкнул. Во. Отлично. Отличный, ребята, мод вообще, подвесочка мягенькая такая, хорошенькая, управление отличное. Ну, камни проглотил, нормально протёр, просто на ура. Опа. Ну еще и давайте его в сторонку сюда поставим. Даже не в сторонку, а отгоним его вот сюда куда-нибудь подальше, там поставим. Чтобы потом щелкнуть двойной скрин. И перескочим сразу, ребята, на 164R. Текстурка у того, низ кабины зеленый. Тут также, ребята, все открывается. Все как положено. Мотор, анимация вентилятора, анимация руля присутствует. Также, я думаю, да, подсветка есть приборов. Да, вот табличка туда же. Автоколонна написана внизу где-то. Все офигенно. Так, 3-4 закрываем салона.
Приятный вид от руля тоже. Текстурка. Оп. Вот это я нажал. Промахнулся. И давайте тут сразу, ребята, пробежимся по аддонам. Так. А тут аддонов еще больше. Там ползунок не бегал, а тут, ребята, еще и ползунок бегает. То есть тут еще получается больше. Ага, даже ведро есть. Давайте ставим защиту фар. Сразу. Защита фар. 3. Открываем ее. Прикольно вообще. Поднимите мне веки. Ой, как вот открыл. Так, все. И погнали. Так. Кунг-кунг-кунг. Ремонт, ремонт, ремонт. Кунг-будка. Ага. Ребят, есть будочка такая. Гаражные части. Вообще прикольно. С лопатой так все. Все горит, все мигает. Блин, как его щелкнуть тут поближе. Иди сюда назад немножко. О. Так. Гаражные части будки у нас. 2 очка. Фары также ставятся, ребята. Бортовой прицеп, кстати, ставится. Вот оно как. То есть можно еще и, ребята, загрузиться, поехать сейчас, ну как. То есть не только в гараж мы можем вести, мы можем еще вести. Опа. А, прицеп жопой выше стоял. Поэтому его кидануло. У меня просто стоит спинтайр с плюсом, чтобы не выравнивать все это ровно, не ставить. Так, поэтому скидываем бортовой прицеп. Скидываем будку, ребята, ставим кунг. Кунг, ребята, тоже 2 очка гаража у нас. Таким же макаром у нас прицепом. Ведро. О, кстати, ведро. Ведро там еще не посмотрели. Есть, ребят, ведро. Ведро. Раньше такие машины тасовал не было, на воде ездили. Сразу раз. Остановился где-нибудь у лужи. Какой-нибудь. Набрал водички и заправил. По-быстрому. И задул радиатор. Так, ну естественно. Грузится, ребята, 2 очка гаража. Вот так вот. Не просто вам кухры-мухры. Бутяра. Вот так вот. Все как надо. Надо, блин, как-то ее к свету развернуть надо. Все равно нам сейчас тут грузиться, встанем здесь. Чтоб бочки было видно. О, ну стой. Да ё-моё. Давайте такой скрин делаем. Как получится, вот так как-то. Чпук. Все готово. Все готово для полета. Говорится, так, давайте гараж скидываем мы. Кунг. Бортовая платформа. И, ребята, сейчас будет вообще. У меня прям отрыв башки был. Я скрины у Ромы видел, что там трехмостовый. Оказывается, вот откуда вся эта балда. Смотрите. Бабам! Задний мост, оказывается, идет аддоном. С этим, с бортом. Ну, естественно, что как бы ведущий мост все равно получается уже теперь средний, да? Но все равно выглядит офигенно. Естественно, он загружается, ребята, дровами. Вот так вот. Чего он там? Шеворкается как надо. Подвеска даже видно, что там рессоры ходят с мостом. Обалденно. Еще раз повторюсь, ребят, мод приватный. Что есть любители перематывать обычное видео. Ссылочка на автора будет под видео на канале и в группе. И также в разделе товаров будет висеть данный мод. Ссылкой на прямой на автора. И можете писать автору по поводу приобретения данного мода. Так, скидываем длинную платформу. Ага. 800 литров.
Вот такой у нас тоже есть. Обалдеть. Все поедем заправим. Офигенно вообще. Да, проседает. Проседает, ребята. Ну, 800 литров, правильно. Ему небольшая напруга. Поэтому, как говорится... Обалденно. Обязательно скрин. Все скрины, естественно, ребята, не выложить. Поэтому, говорю, залазьте в Steam. Ссылочка у меня на канале есть там наверху. Стимовская. И можете пройти посмотреть все скрины. Так, прицеп, роспуск, дополнительный бак, бортовая платформа, ребята, есть. Так, нет, надо загрузить ее. Тоже такая пошарпанная, сверху свеженькие доски. Загрузить короткие бревна. Вот так вот. Все, ребята, загружается. Как обычно, все на месте, все ровненько. Делаем скрин. Отлично. И сразу давайте его скидываем, потому что, блин, тут еще аддонов не пересмотреть, по-моему. Ремонтные части, ребята. Тот же самый борт. Валяется он от капота. Запаска. Бак. Мост. Все прикольно, кстати. Выглядит. И вот так мы это все и щелкнем. Даже поставим еще по колесам, ребята, колеса. Такие же, походу, как на том автомобиле, да. Ставим вот такие. Вот эти. Такое, такая запаска, блядь, такая. Так. И щелкаем мы их вот так вот. Давайте щелк. Все. Есть, обалденно. Ну сколько везет? 400 ремонта везет. Платформа лицевого, ребята, есть. Плюс прицеп роспуск. Причем оп, колесики прям попал, смотрите. Давайте загрузим его. Бочки. Так, средние бревна. Вот так. Ну и давайте вот так вот сейчас вот тестанем. Также кружочек ломанем. На нем. Нет, сначала скрин делаем. То есть все отлично. Загрузились мы. Поехали. Там, если ребята будет опаздывать звук, что-то у меня экшен обновился, что-то они, видно, там не перенастроили еще окончательно. Вот такой надо сделать. Вот. Клево будет. А, клево будет. У меня табличка полигона будет висеть. Клево. Ну ладно, все равно клево. Ребята, задний привод. У нас в игре же есть 130, да, наподобие, ну, поменьше слегка. Ну, смотрите, этот задний привод просто оттачит спокойно. 4 очка он, бревен, не спотыгаем вообще. Проходимость, я думаю, что отличная у него. Грязь его не совал, да и нету времени у меня сейчас вот. Ну, так, в принципе, по небольшой деревичке все отличненько он идет без проблем. Тут даже по дороге не будем ехать, ломаем сюда. Блин, вот эта анимация вентилятора прям просто прикольно выглядит. Анимация кардана видна, вот, ребята, очень хорошо. Болтается, там все крутится, вертится. Шар голубой, так. Так. Ладно, давайте мы скидываем. Платформа лесовоза была, да? Топливная цистерна. Вот такая, ребята. Поехали на заправку.
Таблички нету бензовоза, интересно вот это. Сейчас по-быстрому глянем. Будка, хлеб, тарара, ведро. Все, погнали. Так, что от него? F12, там. Скрины, ребят, делать, кто только подключился к Steam. F12, это стандартная настройка. И найдете все это в папочке Steam. Там есть папка Steam Apps. Или как-то что-то, не помню. Ну, короче, просто наберете в интернете, все проседает, ребята. Где найти скрины, найдете, ребята, где найти скрины, у вас будет, в интернете наберите, как найти скрины в Steam. И вам там все подробное описание будет. Сейчас я не могу точно вспомнить, только если после записи могу попробовать зайти и показать, кому интересно. Так, что это было, топливная площадка? А, пожаробезопасный выход, подождите. Сейчас мы еще глушак сюда можем поставить. Вот так вот. Глушаком. С передним будет она, да? Давайте так щелкну. Раньше мигалок не было. Поэтому скидываем. Пары. Ставим, ребята, будку хлебовозку. Гараж, давайте колеса какие-нибудь поставим другие. Такие, например, да? О, вообще прикольно. Текстурки вообще на всем просто обалденные, ребята. Блин, а сколько, что она ведет, я не понимаю. 500 ремонтных очков. Вот так вот, такой вот хлебовоз. Обалденно выглядит. Опа, кстати, одного колеса нету, стырили. А, вот оно, что, я с той стороны не смотрел. Прикольно сделано. Все, блин. Просадили колесо. Оно в натуре так и есть. Одно снимается, второе остается. Так, бунг, кунг. Ребята, у нас кунг дает 600 ремонта уже больше. Давайте сделаем скрин такой без колеса. Прикольно. Все. Поехали ремонтироваться. На автобазу раньше шиномонтажек не было. Так, снимаем кунг. Кунг, кстати, можно, ребята, с прицепом ставить. Опять же, вот. Такой можно скрин. Давайте шлепнем. Все отлично. Скидываем мы это, ребята, скидываем кунг, ну и все, все аддоны мы прошерстили, колеса прошерстили, ставлю я вот такую штуку, а, обалденно выглядит, вот так поеду. Офигенно вообще. Машина-зверь, как говорится. Так, нам надо сейчас подъехать, так чтобы скрин двойной шлепнуть. Так, надо нам на билборде туда сделать такой подальше. Вот такой, наверное. И сейчас попробуем вот тут поближе еще. Подтянуть как-нибудь. Ай, зараза. Нам надо пересесть на ту машину. Так, пересаживаемся. Сейчас попробуем с этой машины взять. Тоже не получится нам так. Вот ёшкин кот. Давайте с этой еще попробуем помучиться. О, даже вот как она будет. Вот так я сделаю. Так, и раз, два, три. Он
Вот, ребята. Поймал его. Щелкнул так. Да, ближе уже не получится, наверное. Ну вот, ребята, вот такой обзор на данный мод. Мод приватный. Мод от Романа Семчак. Значит, от Рони. У него все там моды обалденные. Хороший мододел. Делает хорошие, классные моды. Ссылочка на прямая на автора мода будет, ребята, под видео на канале. Также у меня в группе Спинтайр Драйвер 51 Рус. Также в разделе товара будет товар стоять с Роминой ссылкой. Поэтому, кого заинтересовало, ребят, пишите автору мода и приобретайте. Обалденная машина, просто обалденная. Для любителей, как говорится, ретро автомобилей. В принципе, игра вообще позволяет поддерживать такие вещи. Все ребята, кого заинтересовало, проходите по ссылке к Роману. И по поводу приобретения разговаривайте уже с Ромой. Вот. А я еще раз повторю, что будет в группе, как только наберется 2000 подписчиков, будет розыгрыш игры Battlefield Company 2 стимовской версии лицензии. Значит, как только 2000 подписчиков будет. Также, как только будет 2000 подписчиков на канале, также будет розыгрыш в группе состояться. Так что, какая игра там будет, мы будем определяться. И мониторьте, подписывайтесь, подтягивайте друзей, ставьте лайки, делитесь видео. С вами, как всегда, был Драйвер 51 Рус. Всем удачки и пока. Ссылочка на автора данного мода будет под видео на канале и в группе. Все, всем пока и удачи.